здравствуйте, друзья, мы пошли в небольшой компании во французскую бейкери выпить кофейку с небольшим пирожным. Вот об этом и репортаж. Вот у нас бейкери, вот у нас тут народ стоит, за пирожными смотрит. И вот наши скромные... Так, что это, господа, что это? Лёва, что это? Розбери пирожок. Разбери. То есть пирожок с малинкой? Да. Так. А тут вот пирожное, а рядом с ним такая гуля. Это не гуля, это называется трюфель. Да ты что? Да. А пирожное? А пирожное, наверное, мусс, чоколад мусс. Так. С кремом. Давай посмотрим. Тарелочку еще. Давай посмотрим. Вот я разрезаю, чтобы вы видели, что там внутри, а внутри тоже есть вкусно. Вкусный мусс. Так. Видно? Видно, видно. Я сейчас могу тебе сделать. Это... Друзья, может быть, вы даже на камеру чувствуете запах, это жасминовый чай. Вот. А это мой кофе латте. Я всегда пью латте, потому что в него не кладут сахар. Я могу положить заменитель, если захочу, а если нет, то нет. И вот у меня эклерчик. Я люблю с детства эклеры. И Света взяла вот такую экзотическую штучку. Сейчас мы ее внутри посмотрим. Часто так, друзья, бывает. Хочешь что-то сделать интеллигентно, разрезать, а не получается. Скажи хоть, Свет, как она на вкус-то? Мусс. Мусс. На вкус. Ну как? Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Да. Ну что же. Мусс. Давайте я тогда попробую эклер. Попробуй свой. Ну что, друзья, вот у меня эклерчик. Давно не ел эклерчик. Эклер с заварным кремом. Да. Тебе нравится? Очень хорошо. Главное, чтобы не часто. Вот именно. Все, выключаю. Неплохо. Вот эклерчик с кофе латте. Хорошо. Надо сказать, что когда мы только пришли в эту бейкери, вот она тут, Келлис Френч Бейкери, мы думали на улице посидеть. Но на улице что-то жарковато. Так, мы поэтому были внутри. Прямо напротив этой French Bakery тут вот машинки паркуют. И стоит удивительное дерево, очень красивое, даже с птичкой. Там, смотрите, внутри птичка есть. Она совершенно на нас не реагирует, не хочет никуда улетать. Она настоящая? Настоящая, не сомневайся. А вот это, между прочим, розмарин. Вот это так, цветочки. Я хотел цветочки показать, очень красивые. Розмарин сейчас тоже посмотрим. Он даже пахнет. А, слушай, розмарином здорово пахнет, цветочками не пахнет. Вот, но если но мы пойдем... Там много шмелей всяких летают. Какие-то пчелки тут, да. И вот, а вот это розмарин. Который в еду кладут, с бараниной. С бараниной, ну, может, еще с чем, не знаю. В общем, розмарин, пожалуйста, подходи, отщипывай веточку. Давайте я отщипну маленький кусочек, вот сейчас его так, ногтями. Хочешь камере приложить, чтобы запахло? Ну вот, нет, камера не почувствует запах. Вы не писаете. Потрясающе. Нет, очень жарко, но мы...